Храм — это дом Божий, место, где совершаются таинства, где сам Господь присутствует во время литургии. Поэтому отношение к храму должно быть благоговейным, а церкви, пережившие годы безбожия, храмы-ветераны, достойны особого внимания и заботы. Жителям Курска теперь об этом будет напоминать памятный знак, установленный на Никитской церкви. Этот храм появился в 1846 году. Ранее здесь была деревянная Никитская церковь. Ее перенесли с улицы Луначарского. Силами курского купечества обветшавшее здание в конце 19 века заменили на новое. Храм посвятили Успению Пресвятой Богородицы. И лишь в 1906 построили еще один предел – великомученику Никите. До революции это был главный храм, который встречал всех людей, которые едут по шоссе Москва-Орел, Курск. И этот храм очень скромный, уютный, очень небольшой по своим размерам, является главной и был доминантой, архитектурной доминантой этой местности. В Курске сегодня 835 памятников исторического и культурного наследия. Сохранить каждый из них для будущих поколений – важнейшая задача. Вот это, наверное, самое главное все-таки, что нас объединяет. Корневые ценности, которые позволяют нам сохраниться наряду с языком, с нашей культурой, сохраниться нам как нации и как народу и сохранять свое лицо.